Всем привет, с вами Нубас и Владос, и сегодня Нубас продолжает играть в Майнкрафт, а я продолжаю его учить. Ну что, Нубас, сегодня мы будем убивать эндерменов. Ты знаешь, что это такое? Так я же говорил уже, что вот, блин, тыкву убрал, да? Ну ладно. Смотрите, этот зомби все еще не убежал, да он даже не исчез. Давай подойди к нему, попробуй, ну-ка. Ну-ка ты че, ну-ка. Давай через дверь. Зачем мне меч? Я вот так размотаю. Не размотаешь тут дверь, кстати. А что, он через дверь не убивается, типа? А ты думал, убивается? Ты думал, его убьешь, да? А, я же дверь да ломаю. Блин, одним куском, одним ударом ты не ломаешь точно дверь. Ну, в принципе, ну, блин, ну, как бы... Да все, все, я понял, короче. Так, надо еще дом доделать вот здесь. Да, ну, бас. Ну, ладно. Что это такое? Так, короче, для начала, вот так вот. Лайкосик. Ставим лайк. Ай, поставим 3 лайка. Блин, да 4 лайка, 4 лайка. Я же хотел первый поставить, я забыл. Вот смотрите, первый, второй, и вот там третий. Вот он третий, да. Остался четвертый твой лайк, 100%. Да. Вот. Ну, а еще оформить, например, подписочку. Вот, да. Подписочку. И нажать, например, на колокольчик. Да. Вот так. Ну все, давай. Если еще этого не сделали. Тут нужно тебе сейчас... Сейчас, давай, возьми тыкву, короче. Зачем? Надо. Типа я буду ее одевать на себя? Да, так, ты будешь сегодня прям вообще вооруженный. Так, все, короче, смотри, давай, сейчас нужно дождаться ночи, потому что они спавнятся только ночью. Вот, ты их поймаешь и будешь кромсать, понял? Блин, я уже испугался, думаю, что задергалось здесь. А вон ребят не умирают, потому что, смотрите, вот покажи наверх. Да, там вот дерево, дерево его спасает от смерти. Да, там тень такая, и все, Вот он, смотри, сейчас наверх, если посмотрит, не смотрит наверх. Он, ну, когда мы отходим, он дерево говорит спасибо. Вот сейчас, смотри. Вот. Он дерево. На самом деле он не на меня смотрит, он на дерево смотрит. Смотри, вот так. Ну да, в уголок, правда. Все, давай, ждем, короче, эндерменов. Мы вам перезвоним. Кубидон, обернись. Вон он. Так, тихо, смотри ему в пузо. Так... Как бы... О, беги. О, мочи его. Все, он тэпнулся. Он сейчас обратно тэпнется. Это как Слендер. Лучше... Ты что делаешь? Так уже поздно. Он да. Блин. Давай, вали его. Видишь, сейчас ты на него смотришь. Ну ладно, сейчас он агрится, да. Потому что ты его ударил. Я его не вижу, не вижу. Давай по хардкору, снимай тыкву. Что мне с него выпало, подожди. Ничего, походу. Блин. Да? Как так? А что должно было выпасть? Так, надо покушать. Я тебе покажу потом. Печенечки. Да, у тебя, в принципе, еда полная. Ладно, давай сейчас другого еще найдем эндермена. А что не ест? Так ты поел уже, где? А у меня же целое, блин. Я на жизни смотрю, у меня жизни не хватает. Я думаю, где, почему не ест? Надо поесть. Так. Все, давай дождемся сейчас следующего найдем. Давай, беги туда куда-нибудь. Туда? Ну. Давай посмотрим. Вон, эндермен. Так, сейчас тихо, смотри ему в глаза. Он добренький. Точно? Ну, видишь, он тебя не бьет. Этот добренький. Да не бей, он так будет тоже драться с тобой. Просто глянь ему, у него добрые глаза, видишь? Они разделяются на злых и добрых. Тот злой был просто, да? Понял? А, ну ладно. Ну, конечно. Все, просто посмотри, какие у него глаза. А что он смотрит на меня? Где он? Все, он загрелся. Вон он бежит снизу. Мочи его! Какой-то он быстрый. Вот, это он? Да. А что он улетает-то? Куда он делся? Вали его, вали! Да я не вижу! Блин, надо куда-то в другое место идти. Он стырил. У меня что ли? Давай на место. Меч на... Да на место ты меч там возьмешь. Ты что, дубин? А, да, точно. Да не закрывай ты эту дверь. Зомби из ловушки вышел. Как? Он, наверное, исчез просто. Все. Как он это сделал? Что происходит? Так, аккуратно. Не смотри в глаза. Так, пошел. Я тебя просто затроллил снова. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Его, когда ему в глаза смотришь, он тебя бьет, понял? Так вот. Давай. Возьми нагрудник. Так, аккуратно. Возьми, да подойди, не бойся. Главное, не смотри ему в глаза. Давай, все. Можешь тыкву еще одеть? Отлично, да. Так, где что нужно? Трусы, все. Все, можешь сейчас посмотреть. Через тыкву можно смотреть. Где он? Не знаю, он не тэпнулся? Где он? Я не вижу, давай тыкву сниму. Малыш, вон. Давай, блин, кромсай! Давай! Хорош! Что-то выпало? Не знаю. Что, опять ничего не выпало? Блок травы выпал, нифига себе! Типа хорошо, что ли? Ты его нигде не добудешь, кроме как зачаровать кирку на шелковое касание и вскопать его. Ну или вот с эндермена ты выбил. А что, еще там кто-то есть? Да, там же что-то еще упало, стой. А, что-то еще упало? Вон, там эндерперлы. Убери маску эту. Какие перлы? Да убери маску. Да зачем так? Да маску убери, все. Вон, видел? У тебя жемчуг эндера, смотри. Где? Что такое? Да вон! О. Давай... Что, за раз два, что ли, было? Раздели, да. Раздели.
их. К тебе зомби идет? Да не идет, я от него бегу. Я тебе один покажу, покажу один, что делает вообще, и один мы пережарим. Но нам еще нужно добыть. Давай, смотри, убери что-нибудь из слотов. Вон, вкусную муку выбери. Печеньки пока уберем. Теперь на Цельсию куда-нибудь брось. О. А, типа я телепортировался? Блин! Да. Скелет, вали его. Да вали, да ты же не нубас уже. Понял, да, ну, в чем суть их? Да, а погоди, так оно исчезло, что ли, у меня? Да. А что, только одно тратится на один телепорт? Да. Так это вообще неинтересно. Ну да. Вот, так, подожди, что здесь так? Давай еще одного найдем сейчас, под конец как раз еще. Ну, пока еще ночь не закончилась, давай найдем. Они только... А, да куда да, я пошел? Да, куда вот я пошел? Туда. Я что-то забыл, я хотел уже прятаться от него. Так, тихо, не смотри на него, давай, подходи к нему. Подожди, нафиг не факел в руках. Не знаю, давай, подходи к нему, подкрадывайся, вот так. Так, тихо. И главное, вот так делай тоже. А, блин, я что-то... Смотри, он опять блок травы стырил. Да ты что такой ненасытный-то? А, это уже другой уже. Давай. Блин, не той кнопкой. Ты правой кнопкой его убил, да? Давай, мочи, сейчас идеальный вариант замочить его, просто. А чё, да днём? держи удар, как я тебя учил! Так ты его так вообще будешь... Зомби вышел, блин. Ты его бесконечно так будешь убивать. Так а надо зажимать или... Надо просто ударил и ждешь. Так немного. Я ждал, ты чё? Да ты не ждал, ты просто, ты как псих его лупасил. Куда он делся, он чё, ушёл? Да? Да как так-то? Вот сейчас ищи, видишь, от него след остался только. Нет, какой след? Вот и блока нет в горе. Это типа он его, что ли? Да, он его украл. А что, он реально сейчас? Ну, он куда-то телепортировался, скорее всего. А он сейчас ко мне телепортируется? Нет, сейчас он уже не загрен на тебя. Давай, трусы одевай, нагрудник, ботинки. Так, давай я тебе покажу, что делать с этим эндерперлом. Ну, давай. Давай, пойдем домой. Да капец. Что-то какая-то серия, не серия получилась. Так ты нубас, потому что я тебе говорю, как его... Это был 100% вариант его убить. Так, что ты сейчас сказал делать? Я забыл. Ты... Ты чё? Иди домой, сидим. Ты уже начал что-то делать? Тогда? Так ты сказал, иди домой. Если бы ты сказал стоп? Стоп! Понял? Так, что делаем? Закидывай эндерперл в печку. Вот, забирай 7 желез. Ты, смотри, богач, что ли? У тебя столько железа. Вот, откуда оно вообще у меня? А что такое? О! Значит, не так, я задупил. Давай, забирай, я тебе покажу. Значит, просто положи его в верстак. Молодец. Бери ефритовый порошок. Ты что, не знаешь? Кого? Ты что такое? Так, тихо, я уже спугался. Давай варочную стойку, он у тебя там оставался. Сейчас я скажу. Переварку, что ли? Ты аккуратно, Энду, жемчугом. Да иди, убери его из руки, вообще ты его сейчас выкинешь. Все. Огненный порошок, вот. Огненный порошок, да. Называют какими-то там словами, раскидываются там непонятными. Ты давай этот, как его, не выпендривайся. А сколько надо, один? А один. Не, так-то 500. Давай 5. 500 нету. О, красиво. О, око Эндера. Забирай. Ефритовый порошок. Че, огненный обратно порошок. Огненный. Да не, носи с собой. Ну, ладно. Да ты уже... Обратно. Не туда, все. Короче, давай сейчас еще добудем эндержемчугов. Так, земля, это... Блин. Это драгоценность, да? А места нет для драгоценности. Это... Погоди, что мне нужно? Слушай, можно? Я придумал, у тебя же там эти есть, как его, зельки, скорости, мы их сейчас используем. Ты же ни разу еще зельку не пил. Сейчас как раз... Огнестойкость. Да нет, у тебя там еще. Да. А что сейчас, короче, делаешь? Ночь будет. Че? С блоком? Так, положи его куда-нибудь. Так он же драгоценный у нас. Понял, сюда положи. Так, блин, ну ладно. Так, здесь... Бери одну скорость, да. Сейчас ночи... Стремить? Скорость 8 минут, я говорю. Ты сказал зелье, скорость. А я говорю, скорость просто. Которая 8 минут, 8.00, да? Скорость, скобочка, 8.00, скобочка, что, не то, что ли? Скобочка открыта, скобочка закрыта, да? Блин, вот стой, убери... Почему он... Мне обидно больше всего за него. Давайте потом новый. Так, я чуть сам туда не зашел сейчас. Я уже тоже подумал, сейчас ну бас снова на свои же грабли. Третий раз я на нее не встану. Ок, Эндера, положи куда-нибудь, чтобы его не запустить случайно. А что, оно тоже... Ты не открываем дверь даже, потому что ты ну бас, ты им промахнешься на пике. Подожди, а оно типа тоже телепортирует? Нет, я тебе сейчас покажу. Побольше просто добудем, понял? Все, давай сейчас ночи дождемся и добудем еще. Вон он. Вот так. Так, давай, подходи, не смотри. Давай, факел. Можешь, кстати, факел еще, да, поставить. Опа. Вот так. Все, давай, бей его. Тихо, так. Удар только держи. Блин, это не та кнопка. Давай. Куда делся? Давай. Стой.
Давай, стой! Давай, умирай! Видишь, ты по дереву, он тебя не трогает, ты нашел нычку! Нифига я мастер! Ребята, так, это просто вообще. А с него же вроде что-то еще выполнят? Нет. Мне что показалось, ладно. Так, давай, пойдем следующего искать. Сейчас попробуй зелье скорости выпить. Вон он! Так, скорость. Куда оно делось? Бери. И теперь зажимай. Так, надо было. Блин. Пей этот напиточек. Почувствовал у тебя. Меня вдавило в Майнкрафт. Давай, нападай на него! Так, постой, давай его в ловушку. Посмотри на него. Он меня не убьет? И убегай. Посмотри и убегай. Так, бежим. Да стой, он тебя не увидел. А ты что не смотришь? Тихо. Сам не попадись только. Ай, черт! Давай! Контрол зажми! Да я зажимаю! Страшно, такая фигня с блока зоны бегает! Я понял, подожди, смотри, вот это мать. Ну посмотри! Он не тупой! Он не ну, блин! Да как? Еще раз, что ли? Давай еще раз! Тихо, на сюда сразу стой. Оп, вот сюда, давай! Давай! Иди сюда! Блин! Смотри! Нормально, я пока подберу сейчас, подожди, смотри! Ребята, это просто. Блин, он меня ударил. Не подходи, просто близко! Хорош. Мы поймали эндермена в ловушку. Все, главное. Подожди, он днем не исчезнет? Он не может исчезнуть, как этот. Да давай убей его, он может тэпнуться оттуда. Бля! Догоняй! Подожди, как его заманить, блин? Да все. Я уже. Здесь! Да! Блин, опять не получилось! Да все, давай его убей уже, у тебя вещи могут исчезнуть. Забирай! Блин. Я серьезно, все-таки нормально будет. Ребята, это просто вообще шок. Так, сейчас не смотри. Да блин, я смотри. Я автоматом. Оденься. А то я раздеть, мне холодно. Тебе холодно вообще. Меч. Так. Может еще факел? Где он? Ну что, опять? Оу! Тихо. Так. Давай! Ты, ну бас! Опа! Давай, мочи его! Блин! А может ты спрячешься туда? У тебя да, давай! Нет, ты че? Он меня сам чуть сюда не загнал! Мочи! Держи удар! Купидон! Ты не держал удар, я слышал по мышке. Сейчас не держал, а там держал. Оп! Блин, да как так-то? Может залез? Ты че? Ты на кого поставился? Вот, все, вышел туда. Старайся не смотреть ему в глаза, тоже бей и не смотри, понял? Хорош, давай. Вон, ты подобрал уже. Да? Да, вон. А, вот все, да, ребят, это вообще. Так, подожди, есть эти? Я ставлю давай, лайкос. Давай, да мы уж поставили, ты что забыл? А второй лайк он убирается, значит поставь третий. А третий поставил. Слушай, давай теперь иди, еще жемчуга эндера сделаем, я тебе покажу. Ой, этих ока эндера. Ребята, это просто колоссальная серия. Еще хочешь зельки? Я думаю, так, ты зельки хочешь впитать. О, а, ну тут без а разницы. Тут без разницы, что ли? Конечно, все, давай, забирай. Так, а где еще одно у тебя око? Так, я его убрал вот сюда. Куда? Не сюда, вот сюда. Куда? Вон оно. Фу, я только что думал, все, ты потерял. Давай, собирай. Бери пока одну, бери одну пока. Я тебе покажу вообще, как она просто действует. И для чего она. А зачем я там пузырёк положил? Пузырёк распределял. Я не знаю. Понял. Все, давай. Ну бери ого, что ты вон верхним. Одно. Так ты же сказал сразу несколько дней. Одно возьми. Ребят, это просто эпик серия получилась. Давай. Еще будет туда кого-нибудь еще разогнать. Сейчас выйди куда-нибудь, ну. Так, нет, сюда нельзя вставать. Вот туда, выйди, где побольше места. Вот туда. Вот все. И сейчас. Я пока руку уберу. Так все, давай, клади, можешь уже не умирать. Да? Давай, пуляй. Опыт. Пуляй его, не целься, просто пуляй вверх. Вверх? Вот туда? Давай! Точно? Давай, пуляй! Правая кнопка? Да! Оборачивайся! Назад! Куда назад? Что произошло? Я не знаю, куда он, так надо смотреть, куда он полетел. Ну чё ты, ну бас, он где теперь его надо искать? А, он сзади тебя должен быть. Раз мы его так не увидели, он сзади тебя. Вот здесь его где-то ищи. Вон он! Все, бери его. Он просто лежит. Собирай. Ну так он упал, смотри, давай бросай еще раз. Раз он упал в эту сторону, бросай его тоже в эту сторону, понял? Че ты завис? Не понял. Посмотри туда, бросай. Вот так вот. Вот сюда. Да. Я просто боюсь. Бросай. Видишь, он полетел, давай, беги за ним. Видишь, портал в Эндермир в той стороне. А-а-а. Вот, он показывает, где Эндер-дракон, ты понял?
Не бросай так часто, он может лопнуть. Так, понял, ловим сразу. Там крипер, крипер. И сразу убегай, 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 убегай. Все, теперь понял. Нужно тебе бежать в ту сторону, понял? Портал где-то там. Ты должен бежать, бежать, бежать. И где-то ты его найдешь. Так это что, я уже почти про это, почти это? Да, ну нет, так-то ты вообще нубас еще, все еще. Так, в той стороне. Можешь еще, можешь вот до леса убежать и в лесу только кинуть, понял? Если он вернется назад, то ты понял, то надо бежать назад. Понял? Так, в смысле, это что, типа, он может быть, он под землей где-то находится, что ли? Он под землей, да. А-а-а. И все, а потом ты придешь на место, будешь бросать его, но у тебя вверх улетать и обратно вниз. Значит, я пришел на точку. Значит, ты на точке. Ты бы поел. Я тебе предлагаю поесть. Можно? А что, поедим? У нас выбор большой, печеньки есть, мясо. Да кому печеньки, вон баранину возьми, поешь. Она тебе сразу голод весь восстановит. Вот попробуй сейчас в лес отойти и бросить. Вот чисто так, напоследочек. Блин. Надо было вообще в лесу. А вообще, ну давай в лесу бросим, че. Ну-ка. Так он, а прикинь, он лопнет и все. Вот под водой это самое страшное, когда он. Да опускайся, ты его не подобрал, он вообще там. Че, лопнул, что ли? Нет, он там. Где? Да ты подобрал уже, все. Вот сейчас вообще в глубинку леса зайди. Можешь прям 500 блоков пробежать. Она на меня смотрит, ты че? Она так, ты че, это эндорока, что ли? Нифига себе. Первый раз такого вижу. Вот сколько живу, за всю жизнь раз такого не видел. Ты сейчас перепрыгнул через каньон и даже не заметил. Да ну. Че, реально там... Ё-моё! Офигеть! Все, давай, иди. Давай, давай. Кстати, во, я бы сейчас прогорел. Он, да? Может быть даже в этом каньоне. Ну ладно, давай, иди, иди, иди дальше. Сейчас мы отойдем подальше, ребят, еще раз кинем. Хорошо, что я... Вот если бы я знал, что там каньон, я бы в него упал. Я уверен в этом. Че, сюда? Так, тихо, тихо. Да, да ладно, беги, беги, он тебя не тронет. Типа он днем не трогает? Давай, можешь убить его, кстати. Кстати, мы нашли еще эндермен, давай, давай, давай. Вот ты зря на него посмотрел, надо было сразу бить, подбегать. Давай, по дереву, по дереву, по дереву, по дереву, по дереву. Да-да-да, забыл, забыл, забыл. Опа, давай, нападай. Не сюда! Давай! Засал, засал. Все, давай, убегай тогда. Блин, сейчас настигнет и все, тебе конец. Да я его потом настигну. Потом ты за вещами будешь бежать 304 года. Да блин, я мне взорись сначала. Еще думаешь, что он про. Во, лес закончился, да? Да. Блин, а если он под водой? Блин, сейчас, стой. Фигово будет, когда ты бросишь его. Это типа край карты? Ладно, давай, бросай. Нет, это что? Карта бесконечная. Бесконечная? Конечно. Куда бросать? Давай, бросай. Вот, еще видишь, туда? Еще туда надо бежать. Это на лодке это тебе придется подплыть. Еще потом. Давай, нет, давай, давай, давай. Догоняй, догоняй. Нет, не лопнул. Все нормально, значит. Ну что, ребят, мы продолжим с вами в следующей серии. Мы сейчас надобываем еще эндерменов, короче, еще жемчугов, еще побольше сделаем ока эндера и подготовимся прям масштабно убить дракона. Мы про ачивки не забыли, ачивки будем выполнять, так что не забывайте, пишите. Как ачивка? Подожди, мы же вот это нашли. Ну, и... А, кстати, да? Забыли! Ачивка убить эндермена. Ну, ладно, ну хотя бы. Ну, у нас это сейчас появилась. Да. Мы ее выполнили. Че, кто-то бьет? Я вам бадам побью. Я лучше покушаю. Понял. А с вами был Владус и Нубас. Увидимся в следующем видео. Поставьте лайк, нажмите на колокольчик. Все сделайте как надо. Подпишись на канал и на мой тоже. Да. Все сделайте как надо. Всем до новых встреч. Всем пока. Увидимся в следующем видео.